Ребята, всем привет! Меня зовут Арина Цивьян, а это... Снежана! И сегодня мы будем снимать челлендж, который называется... Как он называется? Makeup with friends. Makeup с закрытыми глазами, что-то такое. Да. И для тех, кто не знает, суть этого челленджа заключается в том, что, например... Ну, я завязываю себе глаза вот этим шарфом. Опять, да, кстати, челлендж с закрытыми глазами. Так-то я сначала тебя мажу. Без разницы. Я просто объясняю челлендж. Окей. И крашу ее, и она потом такая красотка выходит из моих рук. Из рук великого визажиста. Так что, если вам интересно, то оставайтесь с нами. Тут у нас очень много всякой косметики лежит. Неудобно сидеть. Так что давайте начинать. Нет, я не завяжу сама себе. Давай. А, ты неровно завязала. Да что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай. Что ты делаешь? Зачем там хохол? Ай, мои волосы забрала. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, и сейчас я пришла в студию к самому шикарному визажисту этого года, этой недели, этого месяца, этой жизни, и это Снежана. Привет. И сейчас она будет меня красить на мой выпускной вечер, точнее, просто на свидание, да, на вечернее свидание. И чтобы все, чтобы никто не усомнился в ее мастерстве, она закрыла глаза и будет красить меня закрытыми глазами. Так что давайте начнем. Вот, держи. Все, да, короче, я начинаю. Начнем мы с такой штуки. Я не знаю, что это, но мы будем это мазать на глаза, наверное. Ой! Ну-ка, глаза где-то. Хватает. Мы возьмем вот это тональный крем, я точно уверена, это мой, наверное. В общем, мы будем сразу наносить на Арину, потому что мне очень страшно наносить на себя. Я не хочу пачкаться, ты где там? Арина! Ладно, на себя. Подожди, на эту руку, у меня там колечко. Подожди, она даже не давится. О! Это надо все красиво размазывать. Мне страшно. Про лоб не забыл. Вот так вот все нужно сделать. К сожалению, у нас не получилось сразу. Такие нежные руки. У нас, к сожалению, не получилось сразу с тонального крема, но это тоже ничего. Наши ресницы, наверное, будут видно. Где тут крышечка? Дайте мне крышечку. Спасибо. Я закрыла. Блин, у меня все руки теперь в твоем тональном креме. Мы должны подбородок тоже украсить, шейку украсить. А, куртку протрем. Не забывай. Протрем руки. Продолжаем. Далее мы берем вот эту штуку. Я не знаю, что это. В общем, нанесем ее на губы. Найдем сначала наши губы. Вот они. Так вот наносим. Все. Ты что делаешь? Помада же. Да. Давайте рассотру. А! Ну пожалуйста. Она у меня держит во рту. Хорошо. Я ее растираю. Замечательно. Давайте разотру. Все. Где там так? Сейчас мы достаем с вами такую штуку. Только не это. Я не знаю, что это, я не знаю. Но я даже не хочу трогать, но мне страшно, поэтому мы нанесем ее на стрелки. Не смейся. Так, давай второй глаз. Давай второй глаз. Все.
штучкой. Смотрите. Дальше продолжаем. Мне, кстати, уже очень нравится мой макияж. Правда? Конечно. Вот этой штукой. Я тоже не знаю, что это. Я тоже не знаю, что это, но оно такого изгиба. Будем красить щечки. Так вот. Это, наверное, румяна. Я не знаю, это твое, наверное. Поэтому надо растереть. Так вот, мне страшно руки пачкать. Продолжаем. Возьмем вот такую фигнюлю. Это, наверное, тени у нас. Как их открыть? А, вот, нашла. Вот, возьмем их вот тут, вот, да, вот тут. Вот так возьмем, где наши глаза. Вот так вот. Подожди, не закрывай. В общем, у нас все должно быть аккуратно и красиво. Я уже чувствую, что у меня просто шедевр получился. Не переживайте, я лучше всех мажу. Все, руку я испачкала, по-моему. Но ничего страшного. Ребята, я уже очень сильно боюсь, но, кстати, мне я очень волнуюсь, точнее, потому что все-таки это должно получиться очень красиво. В общем, я беру вот эту фигнюшку. Извините, что я все называю фигнюшкой, потому что я просто не понимаю, что беру. Вот. Я не знаю, что это, но нанесем это как румяна. Еще вот здесь, может. Не мешай все вместе! А, это, наверное, скулы. А, ну ты скулы-то сделай, как бы. И носик вот этот сузим. Все, до свидания. Берем следующую косметику. Ребята, извините, если ветер, то это будет в камере. Такую что? Подождите, мы уж, по-моему, не пользовались. Мы пользовались такой? Нет. Точно? А может быть, и да. Наверное, пользуюсь, я не буду. Подождите. Можно посмотреть? Нет, тушь нам не нужна. Хе-хе-хей! Я посмотрела тут дырочку. У меня вот здесь есть дырочка, но я в нее только один раз посмотрела. Сейчас. Так и ничего. Я могу указать. Я не знаю, что это. Пользуйся аккуратно. Я даже специально дам тебе для этого кисточку. Окей, давай. Вот туда, вот туда. Это моя кисточка, что ли? Да. Эй! Наверное, на ресницы. Покажи, что ты набираешь. Вот. Это тени. Давай, набирай, набирай. Это надо на глаза. Подожди, ты так говоришь, будто бы я что-то не то делаю. Так это зеркало! Я говорю тебе, не мешай все вместе. Все, с тенями достаточно. Вот, все. На всякий пожарный ставлю себе кисточку. В общем, берем вот это. Мне страшно. Это, наверное, есть такие штуки для стрелок. А, для бровей, да-да-да. Карандаш для бровей. Вот так. О, господи. О, господи, мама моя. И подчеркнял стрелки. Где-то там... Арина! Там кабачок ушел. Я закрыла. А, все, да. Дальше продолжаем. Ты что, туда же кинула? Нет. Фуф, не надо туда кидать. Я не хочу брать. Я не хочу брать и это. И вот это возьмем. Кисточка. Вот это возьмем. Что это? Это тушь? О, господи, еще одна. Тушь? На ресницы подчеркнем. Я прям чувствую ресницы твои. У меня уже много стекла, правда. Так, продолжаем. Я супер мастер мейкапа. Ребят, я не знаю, что брать просто. О, вот эту штуку.
И на этом мы, пожалуй, вот закончим, так. Потому что я уже вижу, что образ настолько завершен, что ему не надо больше ничего. Вот это, наверное, ребята, для бровей. Я была права. Это для бровей. А может и нет, так что давайте губы, потому что губы мы не мазали. Все. Мы закончили. Мы закончили. Я хочу посмотреть уже свое творение. У меня все еще страшно. Отворачивай. Подожди. Давай. Раз, два, три. Мама, бог ты мой. О, вот видишь, ты так хорошо подвела мне румяна, еще брови. Боже мой. Хорошо губы, кстати, потом нарисовала. Да? Мне очень нравятся мои тени, они так красиво все подчеркивают, видишь. А, еще что, мои розовые брови, они шикарные. Слушай, ну ты не такая уж и плохая, мне нравится. Ставьте лайк, если вам понравилось, как я намазала Арину. Значит, все, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам понравился такой макияж. Обязательно повторяйте такой макияж. Либо вызывайте меня. Да. Давайте обязательно ее. Все контактные данные я оставлю также в описании. И все. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите внизу добрые, позитивные комментарии. Я всех ужасно сильно люблю. Пока-пока-пока. У нас уже шатается штатив, так что все, давайте. Пока. Я пошла все смывать. Точнее, нет, я пошла на свидание. Все, давай, до свидания. Пока. Давай, моя хорошая, пока. Давай. Я побежала.